Привет. Да, пойдем. Привет. Давайте. Так. Киркоров водит детей на ночные вечеринки. Филипп Бедросович путешествует по городам и странам вместе с младшим поколением. Дочь Алла Виктория и сын Мартин повсюду сопровождают звездного папу. А тот в своем инстаграме публикует фотоотчеты вояжей. Недоумение у подписчиков вызвала история о том, что Филипп взял с собой детей на ночную вечеринку, предназначавшуюся явно для взрослых. В сторис поп-король выложил запись посещения ночного клуба «Ликвей», одного из самых популярных у VIP-публики увеселительных заведений, которое находится в Сан-Тропе, Франции, рассказывает Дниру. На записи видны все атрибуты ночного действа: полутемные помещения, громкая музыка, танцующие легко одетые красотки. Словом, обстановка, конечно, отнюдь не криминальная, но напоминающая детское представление. Впрочем, Алла Виктория и Марки, видимо, уже привыкли к подобным мероприятиям. Ребята спокойно ужинали, не обращая особого внимания на шоу.